Экстрим и классика. Красноярская филармония ломает стереотипы. В новом сезоне зрители ждут удивительные проекты, авторы которых попытались сочетать несочетаемые. Уже 25 марта состоится концерт «Ароматы весны». Всем зрителям выдадут пробники французских духов, чтобы во время прослушивания музыки они могли с помощью ароматов перенестись в мир фантазий. С 9 апреля стартует проект «Бэби филармония». Это занятие по музыкотерапии для мам и их малышей в возрасте до 1 года. А 1 июня на площади перед БКЗ симфонический оркестр выступит с паркурщиками и другим представителями экстремальных видов спорта. Они исполнят свои трюки под классические композиции. Совершенно контрастные эмоции. Такие положительные от академической музыки и такие невыразимые эмоции, может быть, боязни, ужас от экстремальных видов спорта. Совершенно случайно в диалоге с Владимиром Борисовичем Ланде родилась эта идея. Мы пригласили спортсменов из молодежной политики. 7 маленьких сюит, 6-7-минутных, будут на основе классической музыки. Но это же интересно. Обновился не только репертуар. В филармонии появилась мобильная оркестровая яма. Теперь она способна опускаться на несколько метров вниз и подниматься вместе с оркестром или артистами до уровня сцены.